ממשיכים בלימוד. Мы продолжаем наше изучение. ולפני מספר שבועות אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להדריך את כל הקהילה נגד מין בסיסים, בסיסי אמונה. Несколько недель назад мы решили, что мы вернемся к основам веры и повторим все с нашей общиной. וזה לא בדיוק יסודות, יסודות, יסודות. Это не совсем основы, минимальные основы. אבל זה כאן כמו מבט, מבט איך אנחנו מסתכלים על הדברים. Это наш взгляд, как мы смотрим на различные вещи. אז בבקשה, תפתחו יחד איתי כתבי קודש. Поэтому откройте вместе со мной святые писания. בבקשה, כולם תפתחו כתבי קודש. Все откройте, пожалуйста, ваши Библии. ואני קורא מאיגרת על העברים פרק 6, פסוק כמה פסוקים הראשונים, שני פסוקים הראשונים. Я буду читать из послания к евреям 6 главы, первые 3 стиха. לכן לאחר שעזבנו את השלב הראשון של דבר המשיח, נתקדמנה אל הבגרות ואל נשוב להניח יסודות של חזרה בתשובה, ממעשים מתים, אמונה באלוהים, תורת הטבילות, סמיכת ידיים, תהיית מתים ומשפט עולם. וזאת נעשה אם ירצה אלוהים. Посему оставим начатки учения Машеха, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. Это сделаем, если Бог позволит. А сканирующие другим родца, имя Анахна Усимедзе. И вот Господь нам позволяет, и мы это делаем. А с детей Шуаем они лиматите, аль мазе дворим, ше мавим утану лимавит. Две недели назад мы изучали, и я говорила о тех вещах, которые нам приводят к смерти. И я говорила про два основных, две основных причины, о чем кто-то помнит, о чем я говорила. Нахон. Мама бьет Анну Лемасей Мабет. Хет ветума. Грех и оскорение. Зухрим, дебарти альзе. Помните, я говорила об этом. Хет. זה משהו שאתה לא ממש מגיע למטרה. Грех это когда ты не достигаешь цели. ובעצם קורבן היה אמור לשקם, לשפר אותנו. И жертва должна была нас восстановить и очистить. ואנחנו למדנו שבקונספט של ברית החדשה, קורבן של משיח מתקנת אותנו. Мы знаем, что в концепте Нового Завета жертва Машиаха нас исправляет. ולימדנו על טומאה. И мы также изучали про осквернение. בעולם לא יהודי לא מדברים על טומאה. В нееврейском мире не говорят об осквернении. אבל בעולם היהודי כן מדובר הרבה על טומאה. Но в еврейском мире мы много говорим об осквернении. וטומאה. Осквернение. זה יש בתורה כמה סוגי של טומאה. В Торе есть несколько видов осквернения. וטומאה הכי קשה זה טומאת מוות. Самое сильное осквернение – это осквернение смерти. ובמעשי זה היה נגיעה לגופה. И в физическом ее исполнении это было прикосновение к телу мертвого. אבל במבט הרוחני זה לוקח אותנו ליומי של אדם. Но в духовном смысле мы вернулись в дни Адама. ואנחנו ראינו שאלוהים אמר לאדם, אם לא תשמע בקולי, אז מות תמות. И Бог сказал Адаму, если не будешь служить голосом моему, смерть умрешь. Азбаэцер, тумат мавет ки сода махзира утану ле бихират анашим ло алехет им Элохим. Поэтому осквернение смертью это выбор человека не идти вместе с Богом. Ветишню милазу, бихират Адам. И послушайте это слово важное, выбор человека. Бихират. Это его выбор. Убахар. Он так выбрал. ומאז אלוהים נותן לנו תרופה. Из того времени Господь дает нам лекарство. ובתורה אנחנו קראנו על מספר קורבנות. И в Торе мы читали про список жертв. אבל בסופו של הדבר, בברית החדשה, אנחנו שוב מגיעים לקורבן של משיח. В конце концов, в Новом Завете мы опять-таки приходим к жертве Машиаха. אבל כאן גם צריך להוסיף מילה בחירה. Но также здесь нужно добавить слово выбор. אני בוחר ללכת אחרי משיח. למען להיות באור ובניקיון. Я выбираю идти за Машиахом, чтобы быть в свете и быть чистым. ובחירה הזאת קשורה להחלטה. И этот выбор связан с решением. יומיומי. Каждодневно. ובמובן היהודי. И в еврейском понимании. זה כאילו עניין שאתה מתעורר בבוקר. Это когда ты просыпаешься утром. ואתה אומר, אבא. И ты говоришь,
говоришь о тебе. Они моделиха. Я благодарю тебя. Шата ухевути. Что ты любишь меня. Дозорни хайом. ללכת אחריך. Помоги мне сегодня идти за тобой. Улай זה נשמע קצת מוזר. Возможно, это звучит немного странно. קצת параноид. Немножко как-то как паранойя. אבל Элохим קורא לנו. Но Бог призывает. לעשות בחירה יום אחרי יום. Сделать это принятие решения. Кабуван, курбан של Машиах זה משהו נצחי. Конечно, жертва Машиаха это нечто. אבל נחדש בתוכנו שייכות למשיח. זה עלינו יום יום. Обновлять это и принадлежность Машиаха каждый день – это наша обязанность. Поэтому второй урок, который мы будем изучать – это вера в Бога. Я не говорил об этом с Димой. אבל לפי דעתי באופן אל-טבעי הוא דיבר על זה, כבר התחיל לדבר. Но сверхъестественным образом Дима уже начал говорить об этом. ומה הוא אמר? И что он сказал? שבימי אבותינו, в дни наших отцов, אמונה באלוהים זה לא היה בדיוק כמו שאנחנו מאמינים. Вера в Бога не была такой, как мы сегодня. פעם הם היו מאמינים. Раньше они верили. אלוהים הוא שומר, אל של הקבוצה הזו הוא שומר עליהם, ואל של הקבוצה אחרת הוא שומר על מישהו אחר, וזה היה כזה אלילים טריטוריאליים. Раньше они верили, что есть очень много богов, и вся территория земли распределена между богами. И Бог является Бог определенной территории. А за ним אנחנו רוצים ללמוד קצת על הנושא הזה. Сегодня мы хотим немного глубже изучить этот вопрос. ובטוח שאתם כבר ככה מבינים. И скорее всего, что вы понимаете. אבל קצת נחדש. Но немножко мы хотим обновить. אז קודם כל, לימי אדם. Поэтому, во-первых, в дни Адама. А מה אתם חושבים? הייתה אצל אדם אמונה באלוהים? Как вы думаете, и Адам верил в Бога? Была ли вера в Бога? אני חושב שזה בדיוק התשובה. בשבילו לא היה צורך להאמין, הוא היה מכיר את אלוהים. Для у Адама не возникало такой потребности верить в Бога, потому что он знал его и знал, что Бог. Но это михица. У него не было перегородки. Существование Бога было само собой разумеющим. Даже есть одно из толкований на книге Бытие, первая глава. Этим зухрим Элохим умер, ואמר Элохим, בוא נעשה אדם בצלמי ובדמותי. Бог сказал, давайте сотворим человека по образу нашему и по подобию. Мы зухер это посуду. Кто помнит этот отрывок Писания? Аз есть пируши умер, что Элохим поэтому умер для Адам. И есть такое толкование, что Бог говорит Адаму. Умер, ну ма, עכשיו בראתי אותך בצלמי, בוא נעבוד על הדמותי, על הדמותי בתוכך. Он говорит, я уже сотворил тебя по моему образу, давай будем работать, чтобы мое подобие также было в тебе. אז יש לנו רמזים שם ופה. И у нас есть различные намеки там. גם מבראשית פרק 3. И также в Бытие 3. שבגן עדן בעצם חיכה להיפגש עם אלוהים. Что в Эдемском саду Адам ждал, чтобы встретиться с Богом. אתם זוכרים את כל הקטע עם הבגדים ועם זה? Помните весь вопрос, когда одежда была? ואז לאדם לא היה צורך להאמין, הוא היה מכיר את אלוהים, היה כל כך קרוב. Адама не было никакой нужды верить в Бога, потому что он был близким ему и знал его. ואתרחקות מגן עדן. И это отдаление от Эдемского сада. זה לא רק היה התרחקות מחיים בכיף. Было не только отдалением от такой жизни в удовольствии. Это я кицур, афрада, мехакара, эмшихи, шелелурим, отсмо. Это было сокращение и разделение между продолжительным Богом. Лакир это Богим. Знание вечного Бога, отношения с Богом. צאצאים של האדם הם כבר פחות מכירים את אלוהים. И поэтому потомки Адама уже меньше знали Бога. ואם אנחנו מסתכלים וקוראים בהמשך ספר בראשית, если мы продолжаем читать книгу Бытие, על דור שהיה בין אדם ואדם מבול, и читаем те поколения, которые были после Адама и до потопа, אז כל ה קיום של אלוהים לא היה כל כך ברור בשבילהם כבר. И тогда уже существование Бога не было для них чем-то само собой разумеющимся. כתוב בראשית והתמלא ארץ חמס. Написано, что земля наполнилась злом. איך אתה יכול ללכת לכיוון חמס
Как можно идти в направлении зла, если Бог присутствует на твоем пути, и это ясно? Конечно, были святые праведники и в то время тоже, которые знали Бога хорошо. Я вам дам один пример. Вы знаете человека, который дольше всего жил в истории человечества? Метушалах. או מתושלח. מעברית שם שלו משמעות מת או מוות הוא שלח. На иврите, если мы переводим имя Метушелах, то он отослал от себя смерть. ובעצם לא מעצמו, אלא מכל האנושות. То есть он не только от себя, он отослал смерть от всего человечества. ומדרש יהודי אומר לנו, еврейский מדרש говорит нам, שאיש הזה היה ממש איש צדיק, что этот человек был праведником. Он знал Бога. И за то, что он как бы ходатайствовал за всех людей, задерживал дни приближения потопа и не изливал воду на всю эту землю, которая наполнялась злом. После потопа все еще хуже стало. И люди просто потеряли Бога. Как будто он исчез. В еврейском языке даже есть такое выражение: Бог сотворил мир и исчез. На иврите, конечно, это звучит даже в стихотворной форме. То есть Бог отделился еще дальше. И после Вавилонской башни земля стала полным балаганом. Люди не только потеряли связь друг с другом, но они потеряли истину о Боге, который сотворил небо и землю. И тогда началась вера в разные маленькие божества и идолы. И когда Авраам познал Бога, несмотря на то, что он познал Бога, сотворившего небо и землю, все еще его понимание о Боге было достаточно узким. Я хочу вернуться. Он не был маленьким в своей связи с Богом. אני חושב לבעל כולנו להיות באחוזים של קשר של בן אברהם לאלוהים. Дай Бог нам каждому хотя бы небольшой процент веры и связи, и той связи, которая была между Авраамом и Богом. אבל על גדולת של אלוהים. אני לא בטוח, אבל כתובים אומרים שאלוהים נתן לאברהם שמו, שם שלו, אל שדי. Но о величии Бога, может быть, он не подозревал. И написано в Писаниях, что Бог дал Аврааму свое имя, или Авраам дал Богу. Бог дал Аврааму свое имя и назвал его себя Эль-Шадай. И написано в Исходе, в 6 главе, когда Бог говорит с Моше, то Бог говорит Моше, имя мое, Юдгей Вавгей, я не открыл Аврааму. Но с именем Эль-Шадай я открыл семя. Что значит Эль-Шадай на иврите? Эль-Шадай, то есть Бог, который дает тебе достаточно. Возможно, это прекрасное откровение для личности. Но здесь не говорится о всемогущем великом Боге. И вот мы услышали Диму, и он толковал, дал нам толкование о том, как Яков разговаривал с Богом. А
אתה באמת תוכל לשמור עליי כשאני יוצא מגבולות של ארץ ישראל? И он говорит, ты действительно сохранишь меня даже когда я выйду за пределы земли Израиля? אבל אחר כך אנחנו רואים התפתחות. Потом мы видим развитие. ואנחנו הנה רואים כבר משה בא הבנה גדולה יותר על אלוהים. Здесь мы видим, что именно Моше пришел к этому большому пониманию Бога. וכשעם ישראל, כל עם עומד מול אלוהים ואומר נעשה ונשמע. И когда весь народ стоял перед Богом и говорил, мы исполним и послушаем. ואנחנו הולכים אחריך. И мы будем идти за тобой. אז אלוהים מתחיל לפתוח לפני עם ישראל את גדולתו. Тогда Бог начинает открывать перед народом Израиля свое величие. למה אני מדבר על זה? Почему я говорю об этом? כי אנחנו הסכמנו ללמוד נושא אמונה באלוהים. Потому что мы согласились изучать тему веры в Бога. ואם אנחנו עכשיו קופצים לאיגרת אל העברים פרק אחד. Если мы сейчас перепрыгнем на послание к евреям первую главу. אז שם בפסוקים הראשונים כבר כתוב. Там в первых стихах уже написано. שאלוהים מזמן דיבר בכל נביאים. Что Бог говорил через пророков. אבל באחרית הימים דיבר דרך בנו יחידו. Но через последние дни говорил через сына своего единородного. ואנחנו רואים איך מתרכזת אמונה. И мы видим, как вера наша сосредотачивается. ואלוהים פשוט בונה לבני אדם שביל, את הכיוון. И Бог строит путь и направление для своего народа. באיגרת אל הקולוסים כתוב. И в Колоссянах написано. שבשבילו ועל ידו ולמענו הכל נברא, וזה מדובר על משיח. Что все сотворено им, через него и для него. ובאיגרת אל ה... לא, סליחה, בבשורת יוחנן בפרק 14. И в послании Иоанна 14 главе написано. שם כתוב כשישוע מדבר עם תלמידיו. Когда Ишуа говорил со своими учениками. ואחד מהם שואל, תראה לנו את האב. И один из них сказал, покажи нам отца. אז הוא עונה לו ואומר, מי שראה אותי ראה את אבי. И он говорит, тот, кто видел меня, видел отца. בעצם אנחנו רואים את השביל שאלוהים לוקח אותנו בשביל להכיר אותו וללכת אחריו. Мы видим тот путь, который Бог дает нам для того, чтобы познать его и идти за ним. אבל. Но. אבל, פה אנחנו באים לאבל גדול. Здесь мы подходим к большому но. למה זה אמת? Почему это правда? אולי יש אמונות אחרות שזה אמת. Возможно, другие верования, это тоже правда. הוויכוחים האלה לא יגמרו לעולם. Эти споры никогда не закончатся. אבל חשוב להבין. Но очень важно понять. שאמונה שלנו לא נגמרת באלוהים רק מי הוא. Что наша вера не заканчивается на том, кто есть Бог. אלה זה כמו כמו מטבע. Но это как монета. יש בה שני צדדים. На монете есть две стороны. חלק אחד זה אני כן מאמין. Одна сторона это я да верю. אני כן עושה ציורים בראשי. Я делаю себе рисунки до картины в голове. אבל בצד השני. А с другой стороны. אני צריך לעשות משהו. Мне нужно что-то сделать. ובלי לעשות משהו. И без того, чтобы сделать что-то. למה כי מאמינים במשיח. Нам, как верующим в Машиах. אין בכלל על מה לדבר בכלל. Даже не о чем говорить. בלי זה אנחנו אפשר להגדיר אותנו פשוט פילוסופים. Без этого мы просто можем, нам можно дать определение как философам. כשקוראים אנחנו באיגרת אל העברים פרק 6. Когда мы читаем послание к евреям 6 главу. ושם כתוב. בוא נלמד על חזרה ממעשים מתים באמונה שלנו באלוהים. И там написано, давайте мы оставим начатки учения и приблизимся к вере в Бога. אז זה מדובר. Там говорится. לא רק על מבט ועל המחשבות שלנו. Не только о нашем взгляде, о наших мыслях. אלא גם על מה שאנחנו עושים למענו. Но то, что мы делаем для него. או בשמו. Или во имя Его. ואנחנו שמענו הרבה פעמים על ביטוי להיוולד מחדש. Мы слышали много раз такое выражение родиться свыше. והרבה אנשים בכלל אומרים, אם אתה תכריז שם אדוני, אז אתה תיוולד מחדש. Многие люди говорят, тот, кто провозгласил имя Господа, тот уже родился свыше. ואתם יודעים, אם אנחנו היינו מכניסים את כל האנשים ושמים את השמות של כל בן אדם ש... פעם בחיים אמר אלוהים אני מאמין בך ואני מאמין בבן שלך. И если бы мы собрали всех людей, которые хотя бы раз в жизни сказали
Бог, я верю в тебя, я верю, что ты послал своего сына. А за них вообще все кому-то человек нашим кайли ютер гадор, мы кому-то нашим бале дамон. Я думаю, что так количество людей в принципе превысило бы живущих на земле. Лёзе море, что бенадам нулад мехадаш. Не таким образом мы определяем, что человек родился свыше. А вал эйх. Ну как? Миша, есть ли районы? איך אנחנו יכולים להגיד שבן אדם נולד מחדש? Как мы можем сказать, что человек родился свыше? Если мы смотрим на жизнь человека, если мы смотрим на жизнь человека, то мы видим, что перед тем, как он объявил эмуна, Что этого человека можно определить как верующего. Если мы открываем Евангелие от Иоанна, 14 главу, то же место, где спросили Иешуа, покажи нам Отца, אז אנחנו נקרא ביחד, בוא נפתח אגרת בסורת יוחנן. דברתי מהתקרום, יוונגל את יואנה. פרק 14. שתרן סטוגלו. ובוא נקרא ביחד מפסוק 19. דברתי מיסטי פרצ'טיים זה 19 סטיחה. אנחנו נקרא מ-19 עד 23. זה 19 פה 23. ישוע אומר, עוד מעד העולם לא יוסיף לראותני. אבל אתם תירוני, שכן אני חי, וגם אתם תהיו. דבר, סטיב, שיטה את זה, לא צריך. еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. ביום ההוא תדעו שאני באבי ואתם בי ואני בכם. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я в вас. המחזיק במצוותיי ושומר אותם, הוא אוהב אותי. ואוהב אותי אבי יאהוב אותו, גם אני אוהב אותו, ואגלה לו את עצמי. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, то возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. שאל אותו יהודה שלו איש קריות, אדוני, למה עתי, ולמה עתיד אתה להתגלות לנו ולא לעולם? Иуда не из Кариот говорит ему, Господи, что это? Что ты хочешь явить себя нам, а не миру. А шевло ищу, Миша уэвоти, и шморы двори, в ави яговото, гам наво, эле эла, в нишкон эт слом. Ишуа сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. А с боецем кана нахнуруи. Мы здесь видим, что Ишуа лукех отану ме дибурим מי אתה אלוהים? Что от разговоров о том, кто ты Бог, Иешуа берет нас. למקום איפה שהוא אומר, מי שאוהב אותי, מצוותיי יעשה. То место, где он говорит, тот, кто любит меня, соблюдет заповеди мои. היום יש הרבה, כל כך הרבה פירוגים בגוף המשיח. Сегодня есть очень много разветвлений в теле Машеха. אומרים שמעל אלף. Говорят, что это более тысячи есть. מעל אלף קבוצות ודנומינציות ובשבילים. Больше тысячи различных разветвлений и деноминаций. ורוב מהם לא מסכימים אחד עם השני על שאלה אחת, איך אתה מצייר את אלוהים. И в основном люди не согласны в одном вопросе, как ты описываешь Бога. אבל כתבי קודש נותנים לנו די הרבה חופש. איך כל אדם בצורה אישית יכול להבין ולהכיר אותו. Но святые писания дают нам достаточно много свободы в том, как каждый может познать и представлять себе Бога. Но по поводу заповедей. И по поводу того, как мы живем. И как нам относиться друг к другу. По этим вопросам святые писания дают нам точное направление. Говорят нам словами Иешуа. Кто соблюдет заповедь,
заповеди мои, они в Ави на Войлав, тогда я и отец, мы придем к нему, вишкон бо, и будем пребывать с ними. Ма ешлам ютер гадоль лирцот. Что нам, чего нам еще хотеть? Им Элохим мухан лихиот, вишкон бетухину. Если Бог готов жить внутри нас. Айом Дима дибер. Сегодня Дима говорил. Аля недер шел Яков. О клятве Якова. Ани акир отха. Я познаю тебя. Ани ивне леха мишкан, о ани ивне леха бет Адонай. Я построю тебе дом Бога. Ваани шарет леха. Я буду служить тебе. Себекинзерзе. Об этом говорится здесь. Ше китвей кодеш. Да, святые писания. Мавиим отану ле шила. Эйх ата маамин ба Элохим. Приводит нас к вопросу, как ты веришь в Бога? Зе אותו שני דברים שעלינו להסכים. Это те же две вещи, с которыми мы должны согласиться. Аба, אני בא אליך בשם ישוע. Отец, я прихожу к тебе во имя Ишуа. ואבא, אני מוכן לעשות מה שאתה מצווה לי. Отец, я готов делать то, что ты заповедуешь мне. מאמין זה רק שניים ביחד. Верю, это двое вместе. זה לא רק פילוסופיה. Это не только философия. זה לא רק קטע אבסטרקט. Это не абстрактная картина. אני רוצה לקרוא פסוק 23. Я хочу прочитать 23 стих. Мне Йоханан Арбайс Рвельсаем. И 14 глава Иоанна, 23 стих. Хашиву Ишуа, ми ше огев оти ишморе двори, вели яховото гам аво элав венишкон эцло. Ишуа сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Они рацелик палели. Давайте закроем наши глаза и помолимся. Авину шебешамаим. Нет конца определению нашей веры. Но если мы готовы идти за тобой во имя Ишуа и делать то, что ты заповедал нам, и делать то, что ты заповедал нам, זה בעצם מגדיר אותנו כאנשים אנשי אמונה. Это определит нас как людей веры. אני מתפלל, אבא, я молюсь отец, שאתה תעזור לנו בהליכה הזו. Чтоб ты помог нам в этом хождении. יש הרבה פיתויים. Есть много соблазнов. ויש הרבה מילים מסביב. Есть много слов вокруг. אבל אנחנו רוצים להתמקד עליך. Но мы хотим сосредоточиться на тебе. ולעשות את הקריאה הגדולה. И исполнить великое дело. שבחרת עבורנו. Которое ты дал нам. אני מתפלל, אבא, שתעזור לנו לעשות את זה. Я молюсь, отец, помоги нам сделать. ואנחנו שוב מתפללים ביחד על ישועת ישראל. אני, мы опять вместе молимся за спасение Израиля. שיכירו את בנך היחיד. Чтобы познали сына твоего единородного. ושי יאמינו בו. И чтобы поверили. ודרכו הגיעו אליך. И через него пришли к тебе. למען לקיים את כל מה שציוות לעמנו. Для того, чтобы ты и для того, чтобы исполнить все, что ты заповедовал нашему народу. אנחנו מודים לך עבור יום הזה. Мы благодарим тебя за этот день. אני מודה לך שאנחנו חיים לפניך. Благодарим за то, что мы живы перед тобой. אני מתפלל שאתה תמשיך לברך אותנו. Я молюсь, чтобы ты продолжил благословлять нас. Во имя Ишуа Амашия. Во имя Ишуа Мессии. ואמרו אמן. Скажем.